Дорогие друзья, добрый вечер. Мы привезли вам большой пламенный привет из города Санкт-Петербурга. Да здравствует славный город Пермь! Ура! Пальцы не нужен для дыхания, другой газ.
ходячим апостолом, где Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескаря, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повеси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Хочу быть с тобой.